Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Каркаджак. Сегодня солнечно. Один из новых проектов. Расстояние этого проекта до моря максимум 599 метров. Здесь вот есть у нас открытый бассейн. Ухоженный сад. Я у этого сада. В этом проекте продается 4 двухкомнатные квартиры и 2 трехкомнатные квартиры, 2 плюс 1. Цены начинаются от 67 тысяч 700 евро. Две квартиры стоят 66 700, и одна, то есть 3 стоят 66 700, а одна стоит 69 500, так как она на верхнем этаже проекта. 2 плюс 1 здесь стоит 108 тысяч евро на втором этаже. И на четвертом этаже 112 тысяч евро. Заранее сказал цены, но досмотрите до конца, дорогие зрители. Не закрывайте ролик. Так, айдат еще не определили, но приблизительно думаю, что будет 350 лир в месяц. Здесь чистят стекла. Вот бананы, кто не видел. Здесь они чистят стекла. Охранник. Рядом, значит, здесь у нас есть футбольная площадка. Даже играют там. Для детей сейчас там что-то. По вечерам тут гоняют мяч. Вот. Открытая футбольная площадка. В той стороне у нас вся инфраструктура, дорога, именно улица Барбаросса. Там расстояние отсюда где-то 400 метров. Итак, входим в проект. Там мы видим. Так, ключи на дверях. Итак, внизу у нас сауна-фитнес. Его пока не доделали до конца. Ну, заказали все вот эту технику. Значит, у нас лифт вместимость 6 человек. Поднимаемся мы сперва на первый этаж. Он как второй. Итак, вышли мы из лифта. Здесь вот окошко видно горы Каркаджака. Начнем с этой стороны. 1 плюс 1. Цена 66 тысяч 700 евро. Купили инвесторы, сейчас продают. Так, здесь у нас шкафчик, вот как хорошо сделано. Это важная вещь. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Сюда стиральная машинка. О, у нас тут плита, видите, метр в длину, 60 сантиметров в ширину. Редко кто делает так. Здесь у нас санузел. Качественные стройматериалы покажем. Вот, ручки. Душевая кабинка тоже не маленькая, нормально. С доводчиками. Сразу покажу спальню. Давайте я отмерю, чтобы понимать, сколько здесь жилых. Так. Угу. Тут квадратная она какая-то. Так, отмеряю. И здесь отмеряю. Угу. Отмеряю. Вот, дорогие зрители, почти 9800 спальня квадратных метров жилых. Не знаю, маленькая спальня, но кровать 1,50, все поместится. Гостиная большая. Жилая площадь этой квартиры с балконом вместе, ну, где-то 30
2 квадратных метра. Давайте и здесь я отмерю для вас. Так, до шкафа. Двадцать квадратных метров до шкафа. Гостиная комната. 20,5. 20,5. 10. 9. 10. Значит, 31. Прихожая там сколько-то? 2. И балкон где-то 5-6 квадратных метров. Ну, 37. Почти приблизительно 40 квадратных метров. Я 32 сказал, но 40. С балконом вместе. Жилая площадь. Вот такой вид. Сторона здесь западная и северная. Вид на горы. Тут когда-то что-то построят. Но выше 5 этажей не разрешают строить в Каркаджаке. Здесь вид у вас уже не закроется, потому что есть футбольная площадка. Здесь канал. Если построят в той стороне, но неизвестно когда. Потому что, видите, плантации они новые. Как минимум 3-5 лет там ничего не будет. Так. Проверим качество стройматериалов. Вот хорошая у нас мойка качественная. Угу, воды здесь пока нету. Тут тоже керамика. Шкафчики. С доводчиками. Островок сделали очень нормально. Дорогие зрители, планировка неплохая. Главное, есть прихожая, шкафчик с правой стороны, санузел где-то 4 квадратных метра, ну все. Итак, жилую площадь вам показал. Идемте теперь в другую квартиру. Итак, зеркальная квартирка, тоже самая. Спальня здесь почти 10 квадратных метров. Я брутто больше не буду говорить, так как многие жалуются в комментариях. Мерки в Турции в брутто. Вам скажут, брутто этой квартиры 65 или 60 или 57 квадратных метров. Но чистая жилая, которую я отмерил, приблизительно 40 квадратных, 41 может быть. С углами вместе. Так. Здесь более-менее западная сторона, потому что ближе к морю. Море в той стороне у нас. Там юг. Вот. И балкончик. Вот такой балкончик. Внешний блок кондиционера устанавливается сюда. Теперь покажу я вам 2 плюс 1. Вот 2 плюс 1. Прихожая. Вот сюда уже никуда шкаф не установить. Можно вешалку сделать на стенку, повесить одежду. Так, здесь у нас санузел. Наверное, один санузел в этом проекте. Так. Угу. Красиво. Продолжение керамики. Угу. Сюда становится проточный водонагреватель. Сюда стиральная машинка. Это у нас гранит. Итак. Угу. Первая спальня. Ого, эта спальня большая. Сейчас покажем, сколько квадратных метров. Так, чистых жилых. А, здесь санузел есть, дорогие зрители. Очень хорошо. Вот, здесь 14,5 до вот того горба. 14,5 спальня. Удивлен. Высота потолков 280, сейчас скажем. Так. 286 высота потолков.
Итак, здесь у нас второй санузел. Ну, вместили как-то, молодцы. Отлично. Второй санузел тоже есть. Сторона здесь восточная. Солнышко как раз сейчас греет эту спальню. А здесь у нас дополнительная спальня. Так, отмерим. Сейчас отмерю я вам тоже эту спальню. Так. Стенка. И эта стенка. Что-то завис. Понятно. Так, здесь у нас балкончик. Вид на море. Всем ясно, что здесь когда-то что-то построят. И здесь когда-то что-то построят. Но эта дорога останется, здесь асфальтируют. У нас дорога вот с этой стороны и туда. За этими зданиями улица Барбаросса, продолжение. Там расширять дорогу. Так, хорошие пляжи тут. Пляж Gold City в Каркаджаке, песчаный пляж как бы. Konak Construction в той стороне. Что-то я не смог измерить. Попытаемся снова. А что-то он не измеряет. А, зарядка садится, наверное. Так. Да. Ага, почти измерил. Вот 10700. И здесь у нас гостиная комната, надо зарядить ее. Гостиная, совмещенная с кухней. Так. Отмерим. Угу. И с этой стороны отмерим. А вы пока смотрите на квартиру. 34 квадратных метра. Скажем, 33. Жилая площадь. 33, 15. И там 10,5. 25. Где-то 65 квадратных метров жилая площадь. Спальня. Коридор 70. В общем, с балконом вместе 75 чистых жилых. 75 квадратных метров. Балкон большой. Ну, еще 3 квадратных метра. Вам 78 квадратных метров. В общем, вся квартира. Брутто здесь считают 115 квадратных метров. Открыта парковка снаружи. Вот. Эта квартира стоит 112 тысяч евро. Иду я наверх. Извиняюсь, дорогие зрители. Эта квартира стоит 108 тысяч евро. Верхняя квартира стоит 112 тысяч евро. Итак, поднялся я на верхний этаж. Спасибо. Фибинет. Так, это 1+1. Та же планировка. Просто хочу показать вам вид. Эта квартира стоит 69 500 евро. Да. Ниже этажом
Квартира стоит 66 700. Три квартиры, 1 плюс 1, 66 700, а это 69 500 евро. Так, вот такой вид с этой квартиры. Высокий этаж. Раз, два, три, четвертый этаж. Это видовая уже. Я сейчас покажу трехкомнатную квартиру. Оп, хорошие двери тоже. И вот та квартира, которая стоит 112 тысяч евро. Одинаковая планировка, но высокий этаж. Видовая. Отсюда у нас вид на море. Пока что есть. Но кусками останется, если даже что-то там построят. Ну там здесь надо открывать. Итак, дорогие зрители, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Так, вот вам и балкончик, и новый проект. Всем пока-пока.